Секретариат Организации Тюркских Государств серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов Армении и криминальными элементами, приведшие к мирным протестам представителей гражданского общества в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Организация осуждает подобные случаи, наносящие серьезный ущерб окружающей среде и нарушающие международное право. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Тюркских Государств в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахской экономической зоне Азербайджана. В заявлении подчеркивается, что незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана и их транспортировка в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении, установка мин на территории Азербайджана подрывают процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Такие явления не способствуют достижению мира и стабильности в регионе. В заявлении также говорится, что секретариат Организации Тюркских Государств поддерживает мирные акции протеста экоактивистов и представителей НПО на дороге Лачин-Ханхенди в Азербайджане. Секретариат Организации Тюркских Государств поддерживает выдвинутую по инициативе Азербайджана мирную повестку дня для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении.